Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня мы у меня в гостях буквально на 5 минут, и за эти 5 минут я вам постараюсь рассказать о том, почему я работаю и сотрудничаю именно с компанией Oriflame, веду свой бизнес именно с компанией Oriflame уже достаточно большое количество лет. Я до компании Oriflame я была просто учителем в школе. Конечно же, при той зарплате для меня возможность зарабатывать хорошие деньги. Да, у меня семья, ребенок, так же, как у вас. Это очень большая возможность, и такую возможность я искала. И вот суть того, что предлагает нам компания, как построена наша с ней работа, что мы зарабатываем, да, как это все устроено, вот это я вам постараюсь сейчас очень быстро объяснить. Дело в том, что когда вы приходите в компанию, и у вас открывается ваш личный кабинет на сайте Oriflame, ваш номер компьютерный, то есть всего 149 рублей, я думаю, что это вообще никакое не препятствие. Это не вложение для начала собственного бизнеса. Если вы начинаете работать и вести бизнес именно с компанией Oriflame, то какие здесь сразу плюсы? Во-первых, если это Oriflame, то это абсолютно 100% гарантия, что все деньги, которые вы заработали, вы их получите. Второе, что вы получите деньги эти не через какие-то виртуальные кошельки, не через какие-то там веб-мани, да, вы будете официальным образом открывать расчетный счет в банке, открывать частное предпринимательство. И компания вам заработанные деньги, сначала они накапливаются у вас на внутреннем счету, в вашем личном кабинете, где вы все это заходите, смотрите, отслеживаете. И с момента открытия счета в банке компания начинает вам эти деньги перечислять на расчетный счет. Так вот. В чем огромный плюс? В том, что компания работает на территории нашей страны и всех стран СНГ, так же, как и в Европе, и в Азии, да, на все 62 страны мира, на которые компания работает, и более того, уже работает, скоро будет 50 лет, да, то есть это серьезная, солидная, уважаемая компания. Все деньги, которые она вам перечисляет, повторяю, на ваш расчетный счет, вот с момента первого перечисления вам начинает идти стаж и пенсионный фонд. То есть, работая в компании Oriflame, вы еще и трудовой стаж будете иметь официальный. Поэтому это очень важно, я считаю, что в нашей стране до сих пор, и ну, это огромный плюс. И если до сих пор вы слышите такие мнения, что, может быть, это там какой-то пирамида какая-то, да, в плохом смысле этого слова, да, есть такое еще некрасивое слово «лохотрон», да, то я вам на этот вопрос отвечу так. 50 лет на 62 страны мира пирамиды просто столько не живут и не существуют. Они просто не обладают таким товаром, да, который продается все эти годы, имеет огромный рынок сбыта, огромные товарообороты строит, товар, который реально нравится людям, реально нужен. Плюс пирамиды не имеют собственных фабрик и заводов, у Oriflame их 6. И они не пользуются уважением посла Швеции, королевской семьи и лично королевы Сильвии, которая присутствовала неоднократно на официальных мероприятиях компании. Да? Но думаю, что я достаточно ясно вам дала понять, что это уважаемая компания, и внутри Oriflame нет и не может быть никаких там вот в плохом смысле слова пирамид и лохотронов. Поэтому тот бизнес, который вы начинаете, а именно без вложений, да, единственное вложение 149 рублей в открытие номера, повторяю, не вложение, он может изменить коренным образом всю вашу жизнь. И делая действия здесь, да, в этом бизнесе, нужно понимать изначально, да, что основные действия всего два, на которых строится, скажем, все сотрудничество с Oriflame, весь этот вот ваш будущий проект. Да. Мы здесь делаем всего два действия. Первое действие. Мы просто меняем магазин. Мы покупаем косметику здесь себе. На ту сумму, на которую мы хотим, нам компания не ставит никаких ограничений, да, никаких вот на какую сумму нужно брать. Мы идем к себе в ванную, смотрим, что у нас закончилось, и покупаем себе то, что нужно, сколько нужно, когда нам это нужно, да, и вот просто каждая женщина, согласитесь со мной, раз в месяц, там, от 300 рублей до 1000, до 1500, до 3, столько, сколько вы себе можете позволить, каждая из нас каждый месяц в семью косметику приносит, да, то же самое зубную пасту, гель для душа, мыло, шампунь, это наша с вами женская обязанность, да, как правило, обеспечивает семью косметической продукцией. Так вот, если раньше мы с вами носили деньги где-то куда-то кому-то, да, наш сосед там магазин открыл, или какой-то там супермаркет, или Вашан, то сейчас у нас с вами есть свой собственный бизнес. Он начинается, по крайней мере, у вас, да? И теперь вам невыгодно относить деньги, свой личный вклад, личную покупку, куда-то в чужой бизнес вкладывать, да? Мы меняем магазин, и мы теперь делаем покупки в своем собственном бизнесе внутри компании Oriflame. Личную покупку, да, внося уже в свой товарооборот, в свой бизнес. То есть, если бы вы сейчас открыли бы свой магазин,
и у вас была бы там в том числе продукция по уходу за собой, вряд ли бы вы то, что есть у вас на полках, побежали бы покупать к соседу. А вам это было бы уже невыгодно. Вы бы сделали эту покупку у себя. Вы бы самому себе стали создавать товарооборот. Вот именно это мы и делаем. Да, и к этому действию, да, само по себе так получается, что наш каталог вместо магазина у компании Oriflame каталог, мы смотрим его в интернете. В этот каталог, а он и в печатном виде у вас будет, да, придет в первом заказе, в этот каталог может заглянуть и ваша мама, и ваша дочка, и соседка, и сестра, подруга, коллега по работе, да, и естественным образом они обращаются к нам и просят нас сделать покупку для них заодно, что мы и делаем с удовольствием, и так поступает абсолютно каждый человек, кто в Oriflame приходит. Кто-то покупает только для себя, но все-таки подавляющее большинство они покупают для себя и для своих самых близких. Да, можно, конечно, для того, чтобы зарабатывать, а это приносит первые большие деньги, каталог показать чуть шире, чем самый близкий круг, потому что мы покупаем с вами этот продукт по цене внутренней, мы официальные клиенты, и наша с вами цена покупки, она на 20% почти ниже, чем та цена, которая в каталоге. И поэтому вот эту разницу цен, конечно, каждый из нас может с вами зарабатывать, но это небольшие деньги, и совершенно не ради них мы приходим в Oriflame, и не ради них я сейчас вот с вами здесь беседую, и не об этом речь, да? Поэтому, ну, это как бы дополнительный просто плюс. Так вот, повторюсь, первое действие мы покупаем для себя и для своих близких. Тем самым мы перечисляем деньги в компанию. Один раз в месяц мы, каждый из вас, идет в своем городе на пункт выдачи продукции, получает свой заказ и там же в терминале оплачивает. То есть все эти действия, они очень-очень простые. И вот когда нас с вами много и очень много, вот эти наши личные покупки для семьи, для себя, для семьи, там, от 500 рублей там, до 3000 в среднем, да, они складываются в огромные товарообороты. И поэтому второе действие, которое мы делаем, и которое дает нам с вами именно бизнес, мы рассказываем людям вот эту суть, эту идею, эту систему о том, как абсолютно каждый человек может прийти в Oriflame и покупать себе и начать вести свой собственный бизнес с компанией. То есть чем мы занимаемся? На покупки себе уходит 5 минут. Ну, забрать заказ еще 15 минут. То есть 20 минут... Все. Но если вы кому-то показали каталоги, ну хорошо, еще 2 часа у вас ушло. Но это всего. А вот все остальное время свободное, да, которое вы можете посвятить работе какой-то дополнительной, это легко и с основной работой можно совмещать, и с воспитанием любого количества детей. Да? То есть на все можно найти время. Так вот, если вы эффективно научитесь, а ваши наставники вам в этом помогут, да, планировать свое время, то буквально используя 1 час в день, поверьте мне, что 1 час в день может найти любая из нас с вами при большом желании, да, и при понимании цели, ради чего все это делается. Так вот, используя 1 час в день, каждый из вас может делать какие простые действия. Этот час использовать на то, чтобы просто с кем-то из своих знакомых, знакомых ваших знакомых, вообще с кем угодно абсолютно, да, пообщаться и дать человеку очень быстро, вот так же, как я с вами, за 15 минут, кстати, хотите этот ролик дайте посмотреть человеку, да, дать человеку за 15 минут информацию о том, что же на самом деле представляет себя компания Oriflame и что же на самом деле она предлагает. Так вот, откуда деньги, скажем, в этом проекте вашем, работы с компанией Oriflame? А то, что когда вы даете информацию людям, находятся точно так же, как и вы, те люди, кому точно так же интересно прийти и работать в Oriflame, и покупать в Oriflame, пользоваться продукцией, зарабатывать деньги. И все люди, которые присоединяются в компанию, они все абсолютно делают вот эти вот 2 действия. Да? Покупают себе и передают информацию дальше. Рассказывают ее в любой удобной форме. За 5 минут можно рассказать где угодно на кухне. То есть большинство этого бизнеса делается именно вот дома, на кухне. В любой обстановке можно рассказать человеку, объяснить, да? Вот. Любым удобным способом можно эту информацию дать. Так вот, что из этого получается? Когда открывается ваш кабинет на сайте Oriflame, компания автоматически учитывает всех абсолютно, которые придут в компанию покупать и работать после вас, понимаете, с вашей подачи. То есть под вами, на вашем номере компьютерном, учитывается вырастающая огромная структура людей. А растет она очень быстро в геометрической прогрессии за счет того, что у вас среди вливающихся в вашу команду людей являются действительно партнеры, кому интересен именно бизнес, а не просто покупки для себя. И ваши усилия, они многократно увеличиваются. Уже не вы один даете информацию, а вас 3, 5, 4, 10 человек. Да? Поэтому большой приток новых людей начинается в вашу команду, и ваша структура растет. Так вот, таким образом,
каждый делает каждый месяц покупку, теперь только представьте, как эта структура может вырасти за 5, 10, 12 лет, да? То есть какой может быть товарооборот, и вы получаете от компании от 3 до 22% со всего товарооборота, то есть покупки абсолютно каждого человека в вашей структуре, вы можете его не знать даже в каком городе он живет, но в конце каждого каталога суммируется общий товарооборот, сумма всех покупок, и вам как организатору, здесь все учтено в компьютере, да, вам отчисляется четко оговоренный процент. Так вот, вот эти вот 22% это уровень директора, так называемый в Oriflame, это уровень дохода от 1000 долларов. Я считаю, что это очень дополнительные, очень хорошие деньги на сегодняшний момент. И выйти на этот уровень, да, вот партнеры нашей команды выходят в среднем от 6 до 12 месяцев, ну вот максимум до полутора лет на уровень 22%. Это, конечно, зависит от того, сколько времени вы готовы посвящать, да, и немножечко от уровня вашей подготовки и от вашего желания быстрее научиться и быстрее заработать. То есть без желания тоже никуда. Я могу всему вас научить, но я не могу вам передать свое желание зарабатывать деньги хорошие, достойные деньги и достойно жить. Так вот, если у вас это желание есть, можете считать, что у вас есть 90% для успеха здесь, для результата. Потому что вы приходите в одну из самых успешных команд в мире Oriflame, и у вас, безусловно, будут очень опытные наставники, будет целая классная система обучения, и не один десяток и не одна сотня людей – которые в этом нашем проекте с компанией Oriflame стали уже директорами и выше, сделали огромное количество званий, зарабатывают очень серьезные и очень достойные деньги. Потому что, повторяю, звание директора от 1000 долларов – это только самое начало. И помогать вашим друзьям и вашим партнерам, которые пришли в вашу команду, в этом бизнесе очень выгодно. Потому что, когда под вами вырастают директора, а если вы стали директором, вы любого этому можете научить, то ваш доход начинает вырастать. С каждым новым директором ваш доход в среднем вырастает до 1000 долларов. Поэтому следующее звание, да, повторяю, загляните в интернет, почитайте маркетинг-план, погуляйте по сайту Oriflame официальному, разберитесь во всем, задайте вопросы своим наставникам, да, своим директорам, которые вас пригласили в свою команду, получите на них ответы, да, и разберитесь, что же из себя представляет карьера в компании Oriflame, какие деньги там заложены, да. И смысл, я думаю, что вы поняли сегодня, да, то есть из наших покупок, казалось бы, небольших, да, но когда у нас возрастает большое количество людей, то тогда и тот доход, который мы с этого товарооборота как организаторы получаем, он представляет из себя очень-очень хорошие серьезные суммы. Ну и, конечно же, безусловно, вы ничем не обязаны ни компании Oriflame, ни нам, когда вы пришли в нашу команду. Вы можете выйти из этого проекта в любой момент. Можете просто остаться покупателем для себя и покупать только себе. Но если вы придете здесь и сделаете результат, поверьте мне, ваша жизнь может измениться коренным образом. У вас появится в жизни такое количество новых друзей, такой стимул жить, знаете, появляется, когда свет в конце тоннеля, и ты понимаешь, что все твои мечты, которые у тебя есть, они, в общем-то, достижимы. И что квартиру можно заработать, как это сделала я, и что дом можно построить, как это собираюсь сделать я уже в скором времени, да? Это очень важно для каждой женщины – обустроить свой быт, заработать самой на все это, да, реально не вкладывая больших денег, вкладывая только время и понимание. Вот, поэтому Oriflame предоставляет действительно очень хорошие, серьезные возможности. И я вам всем от души советую – вникните, разберитесь и обязательно воспользуйтесь ими.